Из окон такси маршрутных грустные лица одних и тех же. Ежечасно, ежеминутно прячут себя в планшетах. Это же нынче модно. А меж тем улицы полны бездушных лиц, опустевших глаз и погибших душ. Я выйду на пригородный, это здесь, рассекая слякоть из синих луж. Под небоскребами трудно дышать, в пыли ботинки и плащ забрызган. Все, сил моих нет молчать, смотреть и видеть, как думают о будущем, сущном и вечном. Останови, шеф, я выбираю жизнь. Но на самом деле это небольшая зарисовка, и пришла я сегодня в большей степени послушать, нежели прочитать. И хотела бы анонсировать один из своих будущих проектов. Это полнометражный фильм «Смерть за лайки». И еще сейчас Высоцкого «Нашего времени». И если, ребята, у вас у кого-то есть наметки, песни для саундтрека финального, пожалуйста, меня можно найти в друзьях Уланы Сергеевой. Меня зовут Ольга Булгакова. Спасибо. Thank you.